Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у нас будет мега эпичная, мега крутая, и мега брутальная, и мега шокирующая битва ютуберы против школьников. Играем только Б и Тёмка, и кто победит, тот и будет круче. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду поставьте огромный лайк и напишите в комментариях, как вы думаете, кто же выиграет. Ну что же, поехали, и вот он наш первый раунд. Кто же будет сильнее? Опа, я уже кое-кого убил. Это, ребята, уже очень-очень хорошо. Минус 2. Обалдеть, не встать. Вот это я раздаю, ребят. Сегодня просто мой день. Охренеть, я всю команду убил. Вот это нагибатор. Я прям сам себя в шоке. Ребята, вот за такие моменты реально надо ставить огромные лайки и подписываться на канал Кента ПК. Так, ну что же, покупаю себе АКР. Это мое любимое оружие, и сегодня, ребята, я вам покажу, как правильно с него убивать школьников. Так, а ну-ка, а ну-ка. Ах, да, кстати, ребята, я забыл представить ютуберов. Сегодня у нас два ютубера помимо меня. Это, ребята, Лазероб и Стипс. Это два хороших парня, у них тоже есть ютуб-каналы. И сегодня они играют за мою команду. 2-0, да пацаны, ну вы прикалываетесь. Счет вообще, я даже не почувствовал никого. Играю в полсилы. И уже у меня счет 5-0. Офигеть. Так, школьники, а ну-ка собрались, играйте по полной программе. Капец, я просто в шоке. Вот как можно быть такими нубами? Так, так, так. Давай, давай, ютубер номер 2, давай, давай. Ой, ох, офигеть, пацаны, как так быстро-то? Охренеть, не встать. Остался всего лишь один школьник. Блин, ну вот это мы скилловые. 3-0. Я в шоке. Капец, вот это да. Я, конечно, думал, что игра будет чуть посложнее. Я не ожидал, что будет настолько легко. Но кто его знает? А вдруг сейчас школьники отыграются? Кто его знает, ребята, вы понимаете? А вдруг сейчас школьники будут играть... Ну, будут играть гораздо круче, чем в прошлом раунде. Так. Прострелом никого не убил. Идемте дальше. На минимапе вижу, что они где-то тут. Вот где... О, попал по кому-то! Вижу. Тихонечко. Да, где-то там. Где-то на Б. Слышу шаги. Где-то тут. Да, детка! Давайте, пацаны. Так. Опа! Ты вообще без напряга убил всех. Блин, убили кента. Ладно, тут уже я, ребята, поспешил. Так, Лазероб, у них по одной хп. Давай, ты их сможешь убить. Да Лазероб, ну ты прикалываешься, одна хп. Я одну хп ставил школьнику. Ох уж этот Лазероб. Я даже, ребята, в этом раунде куплю себе АВМ. Хоть я с него играю, ну, не очень хорошо, но тем не менее, я себе куплю АВМ. Все, школьники, вам хана. Я предупреждаю сразу. Так, а ну-ка. В Тёмке никого нету. Так, я понял, все на лонге, да? Все школьники. Ой-ой, я один остался. Да ну, вы прикалываетесь. Ё-моё, мне страшно, я хочу к маме. Ох ты, блин, ребята, они где-то рядом. Да, минус один. Да, минус два. Обалдеть, как я это сделал? Я просто не понимаю. Вот это эпик. Но, честно говоря, я в шоке. Вот это мы красавчики, вот это мы раздаем. Блин, просто офигеть не встать. Особенно я, ребят, вы это видели? Просто с АВМ как батька раздал. Реально, у меня такое бывает очень редко, поэтому за такие моменты надо ставить лайки. Так, стреляю вслепую. Может, по кому-то попаду? Фиг его знает. А вдруг кого-то убью ща? Ох ты, блин. Так, убил или нет? Не убил. Так. Ой, все, ща будет минус школьник, смотрите. Блин, опять я один остался. Ребят, вы прикалываетесь? Опять папка Кент остался один. Ой-ой-ой. Так. Главное, чтобы со спины не обошли. Ай-яй-яй. Ай! Убили. Увы и ах, убили кента. Так, ребята, счет 5-2. И школьники по чуть-чуть нас начинают догонять.
И, к сожалению, это меня далеко не радует. Так, ютуберы, а ну-ка собрались, давайте, чтобы все играли как я, а то и лучше. Опять покупаю себе АВМ в этом раунде, потому что что-то мне понравилось АВМ, хотя, честно говоря, обычно я считаю, что АВМ это лживое оружие, но что-то сегодня я просто в ударе с этим оружием. Так, 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 да, братан, давай, спрыгивай, спрыгивай, я тебя прикрою. Я тебя прикрою. Давай поможем нашему тиммейту, его там мочат. Ой, все, убили. Опа, минус один. Опа, минус два. Нормально, нормально. Вот, минус три будет или нет, как думаете? Вот живучий школьник. А ну выходи сюда. Ох, свежее мяско идет. Все, ребята, изи-бризи. Опять Кент АПК сделал минус 3. Также я напоминаю то, что вы, ребята, можете предлагать в комментариях ваши идеи для будущих видео. То есть там школьники против ветеранов, школьники против донатеров. Вот напишите, что вам интересно посмотреть. Просто, ребят, напишите ваши предположения. Ох ты, блин. Ох-ох-ох. Братан, походу нас обходят, пацаны обходят, скорее всего. Со спины прикройте, кто-то прикройте Тёмку. А то сейчас со спины обойдут, и нам будет плохо. Так, чё там замеса меня нету. Так, так, так. Ой, может мне на нож кого-то посадить? А, все, уже выиграли. Ой, красавчики, 7-2. Вот, блин, вот такие видео я люблю. Все заканчивается очень хорошо. Вот ютуберы просто красавчики. Просто лучше. Пацаны, дайте пятюню. Ютуберы, давайте, идите сюда, пятюню вам дам. Вот, вот так играйте всегда. Вот я вами просто горжусь. Просто мои пацаны. Давайте, красавчики, погнали дальше. Так, 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 так. И... Ой-ой-ой, кто-то простреливает. Ребята, лучше не простреливайте, а то я сейчас АВМ по кому-то попаду и будет очень больно. Или не попаду, или попаду. Ой, школьник номер 3 умер. Увы, ах. Ох, ох, вот это эпик. Просто ноузум убил. Просто за такие моменты, ребят, надо ставить лайки. Все, это наша победа, это наша абсолютная победа. В общем, ребята, мы победили, поэтому вам надо поставить огромный лайк, потому что я сегодня делал очень много ваг-моментов. Также подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. И самое главное, нажимайте на колокольчик. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!